делаю из подручных средств торт. Это у меня, значит, готовый бисквит. Это вот такой купила со скидкой, кстати. Первый слой, в общем, это у меня заварной крем. Первый слой идет заварной крем, плюс вот так вот разложила местами арахис в шоколаде. Второй слой у меня идет заварной крем с изюмом. Верхушку, снова смазала кремом, значит, и завершающий слой у меня идет, это тертый грецкий орех. И еще хочу сейчас вот порезать кусочками марс, украсить и разложить этими же вот арахисом в шоколаде. Украсила вот так я марсом. Марса у меня ушло 2,5 штуки. Но они вот такие вот маленькие. Все, и теперь буду украшать. Ну, вы поняли, этим каким-то арахисом. И вот так вот у меня по итогу вышел вот такой вот тортик. Называется, я его слепила из того, что было. В общем, вот такой вот он высоты. И вот такой вот большой, красивый, с шоколадом, с кремом, бисквитный. Все, всем пока.